А, съем подойдет. Здорово всем, это канал Эмбо Чан Студио. Мимо ходил, тут забыл. Короче, не суть важная. Привет всем, с вами канал MHR Studio. Сегодня мы будем моделировать маску Джейсона Вурхиса из пятницы 13. Но для того, чтобы приступить к моделированию, нам потребуется изучить некоторые референсы, которые вы можете увидеть у себя на экране передо мной. Нет, ошибся, это не то, это шлак, кишлак какой-то. Вот эти вот референсы, которые сейчас появились на экране. Вот, они более-менее адекватные. Там можно посмотреть этих референсов. Видно мятины, не мятины, коцки там и так далее, царапки. Я не собираюсь маску делать идеально ровной, потому что у Джейсона она не была такой. Я постараюсь приблизить ее к такому варианту, чтобы она была похожа более-менее как в фильме. Вот, но для того, чтобы приступить к этому, нам потребуется пластилин. Мы будем моделировать ее из пластилина, делать скульптуру, а потом снимать силиконовую копию. Ну и в общем потом в процессе отливать ее либо из смолы, либо из пластика. В общем, короче, давайте приступим наконец-таки. Погнали! Ну а лепить я буду на вот этой вот голове манекена. Можно ее купить где-нибудь в интернет-магазинах, на специализированных сайтах, либо же поискать у себя в городе, не знаю, как магазины могут еще называться. Короче, я обычно... Что начинаю делать-то? Начинаем делать с формы. Для этого я разогрел чуть-чуть пластилин на батарее в пакете. И нам нужно сейчас набрать форму. Таким вот образом. Я все показывать не буду, это только, ну, уже если руки растут из правильного места, поэтому вы сможете разобраться, как сделать форму, а не так, как вот показано сейчас на рисунке вот здесь. В общем, вот так, короче. Лепим кусками, потом мы это все выровняем, дело вот такими стеками, ну и какой-нибудь старенький нож для того, чтобы можно было срезать большие куски. Ну, в общем, с этим раз это понятно. Сейчас я наберу форму, потом вам покажу, что получилось. Ну вот, примерно вот такая вот форма должна у нас получиться. А здесь останется добавить края. Сейчас сделаю. И потом уже набирать дальше массу, чтобы можно было это все выровнять. Вот. Так. Останется замерить, каким будет ширина маски, чтобы потом не ошибиться. Я сделаю с подручной средств типа штанги циркуля. Нужно вымерить угол. Поставить, чтобы был 90 градусов. Я заклеил здесь так, колхозным методом. Прикладываю линейку. Вижу, что все ровно, бодрячком, все пучком. В общем, прикладываем сюда, по линейке. Смотрим. У нас получается, нужно примерно где-то 16 сантиметров. Вот где-то вот так вот должна быть маска по ширине. Вот. Но это потом все впоследствии доделаем. Здесь же, насколько я знаю, видели по референсам, что у Джейсона маска идет каким-то образом вот так вот. Здесь надо будет добрать массу, все выровнять, также с этой стороны, от уха до уха. Вот. Ну еще, в принципе, добрать еще здесь, что эта башка немножко неправильной формы. От глаз до подбородка маленькое слишком расстояние, поэтому придется здесь нарастить с пластилина дальше форму. В общем, продолжим. В общем, вот что мы имеем сейчас на начальном этапе. Сейчас что у нас остается? Выравнивать саму маску ножом. Как я говорил, здесь я уже долепил. Останется здесь отрезать часть маски. Здесь тоже надо будет срезать, потому что здесь будет в этом районе крепление. Вот. Сейчас нам останется выровнять. Таким вот образом. Когда будете выравнивать, не забывайте смотреть на референсы, чтобы получилась маска более-менее идентичная той, что вы наблюдаете на картинке.
Я сделаю здесь немножко потом трещину. Где-нибудь здесь, здесь там. Прям не так, чтобы она получилась прям один в один, прям как на картинке. А что-то добавлю немножко такого своего. Как помним, да? Если вы запомнили, здесь у нас будет скошенный край, глаз. У нас это будет как-то вот так. Вот такой закругленный идет. Вот. Это все надо будет как-то загладить. Здесь кусок долепить. Здесь наоборот сточить. Здесь тоже. В общем, таким вот образом мне придется сейчас пройтись по всей маске и выровнять некоторые неровности, ну а после этого пройтись уже стеками, чтобы окончательно более-менее сгладить форму. Продолжим. Ну а теперь мне осталось вырезать глаза стеками и пройтись стеками по самой форме, чтобы ее выровнять. Вот уже полностью завершенная маска, уже окончательно слепленная, останется только снять всю силиконовую форму, но это в следующем видео. Также в том же видео я покажу, как из эпоксидной смолы будет отлита эта маска с прокладкой стеклоткани, и также как будут сделаны крепления. Вот эти элементы я использовал для того, чтобы равномерно и более, так сказать, симметрично расположить отверстия на маске. Сделал некоторые декоративные трещины, царапины. Это все потом будет улучшено, еще доделано. Вот, в принципе, это все. Что еще у нас тут будет? Ремешки. Вот. Это ладно, это все не суть важная, это, короче, все уже в последнем видео. Короче, если вам вкатило это видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы в комментариях, если они у вас есть. Все, всем пока!